Короче, доброе утро. Я потеряла микрофон и пока потеряла микро. И пока потеряла микрофон и заказала новое, должны завтра прийти. Сегодня нет, завтра. И завтра должны прийти нам слушай подушки. Две мы заказали на Валмес. Кстати, что это? А, еще, кстати. Да, ключик нет. Мы заказали на Валберисе и должны прийти завтра уже микрофоны, мы их оплатили, потому что это очень важно, ценно и нужно, и мы это понимаем. Но мы не теряем надежду найти и эти. И мы заказали на всякий случай, даже если найдем, потому что наше свойство их терять, это как бы. Вот, я зашла позавтракать чекинпицу, я очень переживаю за то, что Лёшка поехал без телефона, ключи у нас одни теперь на двоих с Лёшкой, потому что одни мы дали Ксюшке, чтобы у неё тоже были ключи, и мы сделаем сегодня дубликат, но как бы, я пошла это самое, а Лёшка оплатил уже транспорт Брянска, едет уже домой, вероятно, и как бы главный вопрос, я надеюсь, он меня каким-то образом найдет. Я, кстати, не помню, брал он телефон или нет, потому что он иногда его берет, а иногда нет. И он его полностью выключает, потому что он у него глючит немножко. И я не заходила на кухню сегодня с утра, как просто еще не видела, что там у него с телефоном. Брал, не брал. Я заказала себе потейто с курицей и сыром, чикен пицца и зеленый чай. Чисто перекусить, позавтракать, а потом я поскочу на рынок, потому что рынок тоже важен, потому что нам нужно помидоры взять, нам нужно огурчиков немножко взять на салатик. Короче, по овощам немножко пройтись, но это мы уже решим, когда это самое. Как-то так, ребят. Доброе утро всем, кстати. Ребята, всем привет! Как я и говорила, у нас случилась нестыковка в том, что Леша это самое. Леша будет распаковывать то, что я купила, так как он это не видел. Я? Ну, где-то час назад. Сначала на лавочке с Нижним общалась долгое время. Вот, потом в чекине чай попила, тоже с Нижним общаясь. Ну, а потом пошла на рынок. Пока ты была дома, звонков в домофон не было. Не было. Пока я была дома, не было. Да. Итак, рассказывай, как ты считаешь, что это? Это... такие вкусные сладкие угольнички. Вафельки. Это... видимо, сметана. Да, надо взвесить. 40 рублей за такую бутылочку. 300 граммовую. 50 рублей за килограмм. И колбаска. Да. В прошлый раз мы брали с сливочным маслом, а это просто нежное называется. Это сало. А это не сало, Лёшка. Это для борща. Знаешь, такое типа мясо без кости, чисто для борща. Я, конечно, понимаю, что всем нашим подписчикам интересна твоя попка, но не настолько. Вот. Это маркиз. Это даже не сало, это чисто кусочек мяса отваривать для борща. Для борщ. Борщ, да. Мясо борщевое. Да, борщевое мясо, как называется. Это всякая вкусняшка. Какая? Скажи, маркизка! Эй. Помидорчики. Для борща. Ну, не только. Может, еще будет поймать. Зелень. Для борща, а может еще куда-то. Маленько. Солнышко мое. Люблю тебя. Называется творожное солнышко. Творожное. Как ты? Это же у меня солнышко творожное. Как ты? Что я-то видела, а ты-то не видела, тебе надо носить распаковать. Что? Что там? Короче, контрольную закуску. Не совсем контрольная, просто лук, чеснок, морковка закончились. А мне захотелось борща, поэтому я сделаю еще капусту, сметану, кусочек свеклы, сделаю борщ. Ну и то, что надо. Вот морковка с капустинкой. Не контрольная, вот так. Что здесь? Лучок и пляж. Да, тоже не борщу. Это творожное солнышко, как ты, Лёшка? Нам надо тогда побольше кастрюльки, хотя с другой стороны. С другой стороны, у нас переработает холодильник, поэтому в этой кастрюле на один день хватает и не портится. Мы с тобой в прошлый раз, я варила борщ, ну то, что вчера говорили, что он испортится, да? С Ксюшкой варила борщ, и мы его за один день съели, с утра до вечера мы его съели. И он не испортился. Так что, ребята, вот так вот, Лёшка. Мы с ним немножко не состыковали, что он вернулся домой. Вот, и телефон дома был, да? И... он звонил в домофон, меня не было, спустился в трактир, попил чай, да? И куда? А потом я вернулась.
Вот так вот, ребята. Вот так вот у нас маркизка. А, это тигра. Это что же это маркизка? Это же тигрушка наша. Это наша красавица. Тигра пришла изучать. Да. Ребята, мы зашли в чикен-пиццу, короче, перекусить. Здесь что, зеленый чай у меня? Я съела суп, ну как суп, суп-лапша, короче, с куриной. Сейчас ем пиццу, у меня получилось два кусочка, потому что Ксюшка угостила нас пиццей еще кусочком. Вот, вот, Ксюшка, кстати. Здесь у Ксюшки пицца тоже. Чай черный у тебя, да? Да, черный, Илёшка. А здесь зеленый. Угу. Илёшка тоже сидит. Чай тоже пьет. Вот, ну и мы потихоньку отдыхаем, скажем так. Сегодня день города Брянска, сегодня концерт в парке. Я думаю, что мы с Лёшкой туда еще сходим на этот концерт в парке. Потому что он еще полтора часа будет, и когда мы доедим, как раз час до конца концерта останется, и мы туда еще сходим. Почему бы и нет. Ну и так, потихоньку, знаете, такой сегодня день. Несколько был рабочим, несколько рабочим и загруженным было, но все равно прикольно. Thank you.
Я ем сухарики, вот такие три семерки купила с холодцом и хреном. Я последнее время поняла, что три семерки — это самые натуральные, самые вкусные сухарики, я их и покупаю. Я пью чай, каркадешку и сижу за компьютером, немножко работаю, потому что периодически иногда прилетают всякие заказы из раздела, там, видео под заказ, монтаж и тому подобных вещей. Я периодически работаю, скажем так. Сейчас я занимаюсь монтажкой ролика для Ютуба, но пью чай, работаю и прочее-прочее. Как-то вот так. Еще нужно куча разных вопросов решать, смотреть, думать и так далее. Поэтому, в принципе, так. Вот. Слушаю музыку, кстати, в ушах одновременно с этим. Вот, кстати, интересные наушники у меня вот так вот. А завтра я буду варить борщ и покажу вам рецепт этого борща, как его готовлю я. Я поставила фасоль замачиваться. Да-да, борщ и фасоль. Многие люди в России даже не знают, что в борщ добавляется фасоль. Ну, как бы и вызовет удивление, но это вкусно. Я вам завтра покажу, расскажу. Вот как-то так. Еще мы сейчас будем кормить овощи. Так что, ребят, я сейчас доработаю. Все сделаю, что надо, да, по делам. И буду готовиться ко сну, молиться, там, ложиться и так далее. Вот, поэтому желаю всем хорошего настроения, желаю всем всего-всего самого. У нас сегодня день города Брянска, я всех поздравляю с днем города, и кто из Брянска, если вы проживаете. Я вам показала концерт в Молдавском районе, было классно, круто, в общем-то. Сегодня был очень-очень хороший день, ребят. Очень хороший день был. Так что, ребят, всем пока.